Сейчас я хочу познакомить вас с нашей школой и рассказать о своих успехах и достижениях. Психолог – это обычный человек, который обладает специальными знаниями и возможностями для того, чтобы более эффективно взаимодействовать с детьми, их родителями и учителями. Обучающие семинары, тренинги, конференции для того, чтобы повышать свой уровень. Также в 2012 году я была финалистом конкурса «Педагог-психолог года» 2. Психологическая служба в школе – это форма практической деятельности психолога, осуществляемая с целью повышения качества учебно-воспитательной работы. Психолог в российской школе всегда был необходим. В помощи психолога и сейчас нуждаются все участники образовательного процесса. Ученикам психолог может оказать помощь в решении личностных проблем, проблем общения, проблем профориентации. Родителям учащихся он может дать советы по воспитанию учащихся в семье. И особенно в помощи психолога нуждаются учителя. Им очень важно получить совет психолога по созданию оптимальных условий для работы с различными группами учащихся. Я работаю учителем начальных классов маленькой сельской школы. Для меня очень важно, что я имею возможность сегодня получить профессиональный совет и квалифицированную помощь от человека, кто в своей профессии соединяет и педагогическую деятельность, и врачевание человеческих душ нашему школьному психологу Перевозниковой Марии Леонидовне. Что самое важное для педагога-психолога? Ну, я думаю, наверное, человеческая душа. И для Марии Леонидовны нет ничего важнее, чем хрупкая, бесценная душа ребенка. Поэтому Мария Леонидовна старается сохранить нежную душу ребенка, наполнить ее добром, уберечь от зла. В жизни каждого ребенка, особенно учеников начальных классов, много трудностей. И нам радостно, что педагог-психолог всегда рядом с нами. Наша школа небольшая, и поэтому без внимания педагога-психолога не остается ни один ребенок. И когда я вижу, что мой ученик с помощью Марии Леонидовны справился с очередной трудной ситуацией, с достоинством разрешил очередной конфликт, то я рада и считаю, что как педагог-психолог Мария Леонидовна состоялась. Я благодарю нашего педагога-психолога за то, что она всегда рядом с нами, что открывает нам удивительный мир своей удивительной профессии, которая так нужна в наши дни, самому бесценному, что есть в нашей жизни, нашим